мои хорошие, наконец-таки я выздоровела и могу вас порадовать новым видео. Если вы вдруг не знакомы, меня зовут Ксения, и сегодня я вам расскажу о своих фаворитах февраля, то есть о своих самых любимых предметах одежды, которые меня вдохновляют, радуют, и, как всегда, расскажу, где что купить, оставлю ссылки внизу в описании профиля. И, ну что ж, поехали. И лот number one. Вот эта вот потрясающая юбчонка, плиссированная. Она из Zara, такого очень мягкого пудрового цвета. Причем сам принт на ткани сделан таким образом, что если растянуть вот эти вот складочки, она там такого вот светло-светло-кремового оттенка. Получается, когда вы ходите, этот оттенок, он так переливается, и смотрится это очень-очень интересно и необычно. Собственно, купила я эту юбку еще по распродажной цене, ну и хочу сказать, что она на самом деле была слишком большого размера, но так как другого размера не было, я поняла, что ушить резинку будет намного проще, чем вообще остаться без этой юбки. Только это я вам рассказала по большому секрету, так что следующий наш лот — это вот такое вот платьице. Оно тоже как будто бы немного плиссированное, тоже куплено в Zara. Нет, оно не такого же цвета, как эта юбка, оно более такое бежевое, даже немножко с таким песочным оттенком. Не знаю, насколько сейчас видео передает этот цвет. Оно прям вот длинное в пол. Можете посмотреть, как оно смотрится на мне. Мне очень понравилось, что оно такое объемное, фактурное. В принципе, одел и пошел. При этом такой вот очень простой лаконичный фасон смотрится достаточно стильно. И мне нравится, что он составит очень классную базу для абсолютно любого комплекта. Добавьте туда какие-нибудь аксессуары, причем как там в каком-то романтическом стиле, так и, например, с грубыми ботинками и кожаной курткой, и будет выглядеть оно в обоих случаях очень классно. Причем не обязательно совсем его собирать здесь поясом, но если вы хотите подчеркнуть линию талии, то лучше это сделать. Ну и сразу же вот этот вот, не знаю, как это даже назвать, аксессуар. Да, что-то типа такого милого колье с бисером и кисточками. Куплено оно на традиционных распродажных рядах в H&M за сущие копейки. А смотрится просто потрясающе. Кстати, на тему аксессуаров, вот эти вот милейшие серьги-кисточки я тоже купила на распродажах еще в H&M, и теперь я с ними просто не расстаюсь, потому что они своим ярким цветом, таким вот игривым фасоном просто поднимают настроение в этой всей серости, которая творится за окном, как будто бы просто приближают долгожданную весну. Следующий лот — это вот такой вот свитерок очень трендового зеленого цвета. Кстати, если вы не знали, зеленый цвет сезона весна-лето 2017. Но его цвет — это еще не главное его достоинство, потому что посмотрите на вот эти вот рукавчики. Ну, это просто самое милое, что можно было придумать. Он очень теплый, из него просто не вылезаю. Вот эти рукава, они как раз-таки создают нужный акцент, делают его таким вот стильным и заметным. Купила я его в очень классном, кстати, шоуруме, тоже ссылку на него оставлю внизу, и они пересылают, в принципе, по всей России. Следующий мой фаворит — это вот такой вот шарф-платок из Страдивариус. Он на самом деле очень классный, приятный по текстуре, но, конечно, не это меня в первую очередь привлекло, а его вот этот вот цветочный, очень нежный такой вот там девчачий принт. Скажу честно, сейчас я его, конечно, еще достаточно редко ношу, потому что он, ну, тоненький для таких холодов, но сейчас уже с наступлением весны я думаю, что он будет просто моим незаменимым спутником. А еще, кстати, вы знаете, что сочетание красный, белый, голубой — это просто must-have будущей весны и лета, но об этом я вам расскажу чуть позже, скорее всего, как раз-таки в следующем видео, так что берите на заметку. Еще один мой любимчик — вот такой вот пояс, он, не знаю, сколько вам видно, с бархатной текстурой, вот этой вот классной металлической вставкой впереди. Мне очень нравится его сейчас носить с какими-то меховыми жилетами или меховыми шалями, прям повязывать их сверху для того, чтобы обозначалась линия талии, вот как, например, на фото, или даже сверху на пальто, ну и, в принципе, там на любое платье, что угодно. Ну и на десерт оставила мою новенькую любимицу, вот эту вот милейшую сумочку.
небесно-голубого цвета. Господи, сколько уже вещей в моем гардеробе такого цвета. Но изюминка этой сумки даже не вот в этих вот милых значках в виде ананасика, цветочка, ну и такого вот непонятно чего, стразика, наверное, просто стразика. А вот в этой ручке. Думаю, многие из вас уже слышали о том, что это просто-просто горячий тренд. Вот эти вот широченные ремешки, которые поначалу выглядели, ну, как-то немного странно. Сейчас как-то все потихоньку начинают привыкать, и, ну, мне очень нравится, как он смотрится. По-моему, выглядит очень ярко, заметно, стильно. И, собственно, на сегодня-то с фаворитами все, но я плавно так передвигаюсь к теме следующего выпуска. Приоткрою вам немножко завесы тайны. Скорее всего, это будут тренды весны, потому что, ну, как раз это то, что сейчас очень, по-моему, актуально. И именно поэтому... Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, мне будет очень приятно. Я правда всегда читаю и стараюсь, ну, отвечаю, по-моему, на все ваши комментарии. Пишите, может быть, у вас есть какие-то вопросы или есть пожелания на тему того, о чем должно быть следующее видео. В общем, что-то я сегодня совсем разболталась. Наверное, сказывается долгое молчание во время моей болезни. Так что всех целую. Пока-пока.